Блин, я надеялся, что у него нет этого гаджета. Морти, стенд скилл или что такое? Тут без шансов мы проиграли. У нас Мортис отыграл жестко. Ну мы хотя бы обменялись, в отличие от Мортиса, которого бя не смог убить. Мортис, я так понимаю, пока все что-то файтились, пытались, ну... Ты нихера не пытался, ты типа АФК у нас. Молодец, убил, и, ну, ульту немного, я считаю, ты просрал. Так, ну если не убьешь, он скилл. Понятно, он слились эту пары. Он то ульту просрал. Как обычно, мы нормально пытаемся отогрызть с тиммейтом, но у нас Мортис, как бы, ну, походу, суперспот. На этой карте не контрится. Фух, мы убили Эмс. Но я думаю, вот сейчас мы этот раунд затащим. На самом деле этот скин на Су не особо нравится, мне больше нравится другий стул. Блин, у них мало хп осталось. Убивай Ниту. Убивай Ниту! Убивай Ниту! Он скилл еще тупое!
Мы проиграли в тиме анскилл. Но это анскилли еще ходячий, оно играть не умеет. Ну ты анскилл! Эти мы это все передохли, спасибо. Охереть, тут не выиграешь, когда у нас вольт могут в первом раунде убить Ниту и в теории даже убить его другого чела. Но Ниту он 100% мог убить, он мог еще в теории, ну типа если бы я играл за вольта, я бы убил на изи Ниту, и ну не знаю, как насчет Брока, возможно бы и Брока тоже. Но Ниту точно бы убил, ну это скилл еще просто автоаттачило, а это Нита мантила естественно, и он нихера попасть не мог. Понимаете, то, что в той катке у нас реально в тиме было просто скиллище, которое тупо автоатачило. Автоатачить за вольтом можно в упор или почти в упор. Но никак никогда чел на дальности находится. Кажется, я эту карту видел. I'm too good. У меня ульта не использовалась.
Creature of the night!